Спортивный зал «Динамо» на несколько дней станет родным домом для баскетболистов. Здесь проходят игры чемпионата республики среди мужских команд национальной лиги. БК «Тобол» благодаря победоносному прошлому сезону высшей лиги получил повышение в классе. Теперь наши баскетболисты состязаются с лучшими командами страны. Мы вошли в национальную лигу со званием чемпионов и хотелось бы показать хороший баскетбол. Но справедливости ради необходимо отметить, что вот эти гранты наши, Каспий, скажем, Атырау, Астана, имеют в своем арсенале игроков-легионеров, которые как бы усиливают игру. Мы играем своими ребятами, казахстанцами. Более того, 99% это команда из воспитанников кустанайского баскетбола. В преддверии первой игры против Капжагая хозяева паркета понесли и кадровые потери. Причем команда потеряла ключевого игрока. На практически заключительной тренировке получил травму, перелом пятой плюсной кости. И теперь в лазарете восстановление. Ну, надеюсь, что хотя бы к концу года помогу команде. Очень болезненно и душевно, и физически. Как бы у меня до этого была травма просто неприятная. И восстановился практически, протренировался неделю, и я и снова, ну, можно сказать, на больничном. Не могу помочь команде, а очень хотелось бы. Сергей Волков говорит, что команда «Тобол» рук опускать не собирается. Местные баскетболисты уже длительное время добиваются высоких результатов вопреки сложившимся условиям. Всегда «Тобол» Кустанайский отличался своим духом, собственно говоря, что и помогает нам выступать не ниже, скажем, тройки призеров, неважно какой лиги, потому что объективные причины есть на то. На протяжении нескольких лет проблема с тренировочной базой, проблема с приемом игр и соперников в залах, которые бы отвечали требованиям регламента. Однако, несмотря на трудности, «Тобол» в этот вечер был по-спортивному хорош. Игроки с легкостью разыгрывали виртуозные комбинации, проводили стремительные атаки. Капшагай отвечал болезненными уколами, но их стараний оказалось недостаточно. Подгоняемые родной публикой «Тобольцы» взяли вверх. Итог первого матча 91-68. Игра понравилась, старались выполнять задания тренера. Где-то получалось, где-то, конечно, не получалось. Старались бежать. И во многом, что спешили, у нас многое не получалось. Так, в общем, игра прошла на ура. Сегодня между этими командами состоится вторая игра. Затем 29 и 30 января «Тобол» сыграет с «Каспием» из Актау. Начало игр в 18 часов в спортивном зале «Динамо».